перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет! Не делал трансляции, по-моему, не знаю. В 2018 году еще не было прямых включений. Занимался своей жизнью, поэтому сейчас народ соберется. Хотелось бы просто пообщаться, узнать, как дела у вас, рассказать вам, как обстоят мои дела. Вот. Учитывая то, что я начал... Наконец-то начал сознательно запись нового альбома. Хотел поделиться с вами мыслями, узнать, что вы думаете о том, какую музыку вообще сейчас делать, что актуально, что выпускать, потому что я считаю, что общение со своей фан-базой, со своими слушателями, это очень важная вещь, на которую я забил, по-моему, месяца на 3-4, если честно, не помню. Вот. Поэтому будет очень здорово получить от вас комментарии, советы, возможные направления, стили. И само собой, что творец должен думать и делать то, что он хочет сам, но пообщаться со своими людьми, по-моему, это очень здорово и очень круто. Как вы? Как находятся дела? Как? Тара-тара-тара-та, блин. Очень сложно, когда давно не общался с людьми в прямом эфире. Общаться... Снова или заново, так сказать. Потому что, когда я жил на хате 27, там, понятно, все было под градусом, там общение шло просто на изи. Как себя чувствуешь, родненький? Отлично, вообще супер, классно. А, у вас ЕГЭ, у кого ЕГЭ, клево, сдавать экзамены. Я тоже, помню, сдавал ЕГЭ и выходил в порог 21 балл на предмет математика. Это был, конечно, полный рок-н-ролл. Но при всем при этом я закончил Уральский федеральный университет. Это очень круто. Я хочу принести там в сотый раз извинения всем, кто не попал на концерты рок-н-ролла тур. Я знаю, что кому-то еще не вернулись деньги, но у меня информация от организатора, то, что они автоматически должны вернуться, там никакого кидалова и нет, просто это автоматический возврат, поэтому немножко подождите. Но я от себя лично, как исполнитель, я просто приношу извинения, то, что не приехал в очередной раз на концерты. Очень верю и приложу максимум усилий, что осенью я это изменю. Ну, то есть осенью этого года, когда перед релизом я поеду в тур. Там Никита появился, лучший менеджер в индустрии, ей! Никакого танцевального релиза, я пишу рэп-альбом, и мне кажется, это абсолютно верное и правильное решение, потому что я уже наэкспериментировался со всем, чем можно, с рэпом под прямую бочку, с рок-н-роллом, не знаю, с хаус-эксперименты, глич-эксперименты, лоу-фай, все, что можно, я вообще смешивал на гранжах, поэтому сейчас хочу сделать релиз уровня Иннери или там бэнгеров с первого гранжа, ну, записать реально хороший рэп-альбом. Фиты пока что, я думаю, то, что будет Флэш, будет Рокет, мы сейчас с ним общаемся, я бы затащил Жака, если звезды так сложатся, что Олег ЛСП скажет, да, это круто, я допишусь, будет вообще замечательно, потому что он сказал, все, что я слышал, бро, это никуда не годится. Вот. Поэтому посмотрим. В любом случае, не хочется сразу говорить о том, точно с кем будет, потому что это альбом, он в записи, кому-то скидываешь демки, демки приходят от других людей, и, возможно, там трек, который ты хотел отправить на какой-то микстейп или... Он окажется у меня на альбоме, ну, к примеру.
My Ways, да, с удовольствием бы у нас не получилось делать на альбоме Grunge 3 фит. Причем я ему скидывал демку, и там в песне «Последняя кровь» на припеве можно услышать adlib My Ways. Вот. Но ему тема не зашла. После этого мы с ним особо не общались, но я думаю, почему нет? Надо ему написать, возобновить коннект, и получится все очень здорово. Если ему понравится, опять же, песня. К Лакимину отношусь здорово. Фу, последний раз я у него спрашивал, есть ли студия в Москве. Лила, сейчас в трансляции находится Лила, вообще моя топ номер один исполнительница в жанре там нескульного попа, песня топчик, блин, слушайте, у меня этот клип находится в аудиозаписях первым или вторым. Привет тебе огромный. Трувер очень клево, вся казахстанская школа мочит во всех направлениях поп в виде там или лирик рэпа в виде Джахалиба, андеграунд, либо кач от Джилзы и компании. У меня нет анонса в группе, но в Екатеринбурге будет фестиваль 22 июня. Там будет обладает кит, местный New School в виде екатеринбургских парней. Будет Fresh Blood в виде... Я не знаю, Шум или еще там пацаны, они батл-рэперы, но они, наверное, будут читать песни, или они не с Fresh Blood, я сейчас не помню. Я с удовольствием приеду в Казахстан, когда позовут, да, просто меня ни разу тогда не звали, да и, по-моему, нескульчики не особо катаются по Казахстану. А да, мы с мамой недавно были на афише видео, насколько я знаю, она должна выйти в июне. Яна, привет. Вот. Наверное, в середине месяца где-то она должна быть. При возможности хочу выпустить сингл, ну, то есть трек к этому мероприятию. Просто вода, Just Water. Водичка за вас, ребята. Каменск-Уральский, да, отличный город, я там даже выступал лет 6 назад, может быть. А поймать мой ботинок на концерте, ну это, конечно, полный рок-н-ролл. Ой, я хочу вам показать свою коллекцию Лего. У меня тут Халк, у меня здесь Лего Сити, у меня здесь Лего Трон, все, что хотите. Я рад, что могу доставлять хорошие новости просто тем, что я делаю. Валейкум ассалам. А, нет, ЖБИ мои близкие друзья, экс-Кристалл Гэнг и еще ребята. На ЖБИ я часто тусовался. Часто оставался. Лего. Я бы лучше хотел узнать, какой материал вы ждете на альбоме. По-моему, это вот самое важное, почему я сегодня вышел в эфир, который не делал очень давно. Вообще, на альбоме хочется показать то, что меня, честно, уже очень дико заебало слово «фрешмен». Просто везде вокруг одни фрешмены. Просто когда мы появлялись из новой школы там, в 2015 году, там, в начале 2014-го этого слова, это слово было только на, не знаю, XXL Magazine, когда выбирали 12-13 фрешменов в Америке. А сейчас в России просто каждый фрешмен там с 5000 подписчиков, и это просто меня дико заебало, поэтому на альбоме хочется показать, кто просто стоял у истоков новой школы, и сделать реально классный релиз. Причем я очень клево отношусь к новичкам, особенно которые
Вот, типа роки, там, мне очень нравится его стиль. Но просто, блядь, везде фрешмены. Это просто пиздец. Я нашел очень классного чувака из Казани, который делает довольно нетипичный современный звук на сэмплах. Есть что-то вообще времен Graduation Kanye, когда он сэмплировал там свой альбом и строил их на сэмплах и просто наваливал такого рэпа, то что, блин, все еще это альбом, ну, он считается золотой классикой. Поэтому хочется сделать что-то такое, за что, блядь, не будет стыдно, как за Grunge 3, например. Вот так. В ЕКБ, у тех, кого я знаю, это, блин, пацаны у меня выступали на концерте. Янг Феликс. Вот этих я знаю пацанов. Трамвай Холдап, но они еще были, я их давно о них знаю. Что-то из последнего, чтобы меня зацепило, я не слышал, возможно, и не слушал. Вот. Вообще, на афише видео я рассказал, как потребляю музыку, очень мало. Я вообще в основном слушаю там 10-15 песен в течение там 3 месяцев. Стыдно за гранж, ну, наверное, это гипертрофированное слово, но это в целом вышел проходной альбом, и, наверное, надо было завершить эту трилогию, чтобы понять, что нужно делать что-то другое уже, а не зацикливаться на одном, ну, на одном направлении и так далее. Вообще выпустить там подряд 3 альбома в одной стилистике, с одной историей, как никакая там, ну, там есть реальный сторитейлинг, если, блин, прослушать все эти, сколько там, наверное, 60-70 песен за 3 альбома, там можно найти историю и суть, но я просто считаю это неудачным слабый альбом. И вот сейчас, не знаю, там песня «Fest» есть, которую Обла отметил, поприкалывался за нее. Это песня про Раймфест, который был летом 2017 года. Ну, это бенгер. Остальное там очень тяжело вспомнить, потому что альбом слушается слишком потоково. И слабый альбом, вот и все. Ну, Кит, с Кидом мы начинали. Он, кстати, должен быть 22 числа, 22 июня в ЕКБ, фестивале Ельцин Центр, обладает Кристал Курьер, фрешмены, блять, это слово, с ЕКБ, Кит в том числе, приходите, будет. Ой, ненавижу клише, будет круто, будет классно, блять. Будем просто отдыхать. Лето, это круто. Это 100%. Ладно, супер круто. Был рад всех видеть. Возвращаюсь в соцсети. Активно буду вести паблики. Открыл, кстати, комментарии, чего не делал, не знаю, 2 года, наверное. Яна, хорошо, если будешь ЕКБ, пиши. Открыл комментарии, обсуждайте, я читаю и вижу все то, что вы пишете. Возвращаюсь в Твиттер по полной, Инстаграм, Контакт, не знаю, освою, может, пару новых каких-то приложений. 22 июня посмотрите информацию ВК, там, по-моему, билеты от 500, если мне память не изменяет. В общем, всех был рад видеть. KK. Свет. Любовь. До связи. Ебать.